Wall Street Market – лучшая площадка для продажи и покупки игровых аккаунтов. Хочешь приобрести CSGO с праймом за 90 рублей или PUBG за 100? Регистрируйся на сайте, пополняй баланс и покупай. А может, ты хочешь продать свой аккаунт? Все товары проверяются ботом. Мы даем вам гарантию на наш ассортимент. Тут продаются тысячи аккаунтов ежедневно. Попробуй и ты. Салют всем, с вами Мастхед. Сегодня у нас дайджест, слушаем новые треки Егора Крида с его папой, слушаем Майота микстейп, слушаем Джарахова, радоваться мелочам. Может все, может еще что-то добавлю, посмотрим уже как что будет. Начинаем с трека Егора Крида. Перед этим, подпишитесь на канал, потому что 70% смотрит без подписки. Давайте добьем 20 тысяч подписчиков, мне будет очень приятно, ну прям честно, прям я буду ходить и такой... А я ведь, ну, чем-то все-таки полезным, наверное, занимаюсь. И также в Инстаграм можете подписаться, там мне уже просто будет приятно, там фоточки пролайкайте, если... Я реально кайфану. Давайте слушать. Let's go. Мне так грустно без тебя. Мне так пусто без тебя. Все они говорят, что любовь — это бестия. Но у нас не любовь, это дружба. Ты моя бестия. У нас много так общего с тобой. Ты тоже любишь аниме, ешь жареное, только сладенькое. Ты мой бро, я твой бро. В кармане так много брокколи. Все мое, все твое. Okay. Напьемся и будем блокать их. Все. После альбома «Pussy Boy» такой Егор Крид немножко тяжело воспринимается. Все-таки надо здесь перестроиться, что это такой более поп-жанр. Потому что мы помним Егора Крида с альбома «Pussy Boy», реакция на канале. А на ней, правда, 18+, но на клипе нету, на альбоме есть. Ну, крайне неприятно, товарищи, крайне неприятно. Тех, тех, кто не любит нас, не погубит нас, им средний палец. Мы как первый раз, танцуем наш, медленный танец. Нам нету разницы. Вот эта раскладка с бэками. Раз, нас. Это хорошо. Что в возрасте разницы? Это не преступление. Хоть ты моя соучастница. Ни одна таблетка, ни удар меня не вырубит сильнее, чем ты. Я ложусь спать, родная. Быстрее приходи. Я закрыл глаза и вновь увидел тебя. Снова твои слезы, мои ночи без сна. Ты не уходи, скоро весна. Скоро весна. А я закрыл глаза и вновь увидел тебя. Снова твои слезы, мои ночи без сна. Ты не уходи, скоро весна. Моя нежная, моя милая, я всегда с тобой. Ты мой источник силы. Не напьюсь этой водой. Я такой счастливый. Готов. Поплотнее здесь рифмы идут. Это неплохо. Ну, знаете, вот честно признаюсь, то есть это звучит очень красиво. У этого есть свой определенный вайб. Ну, посмотрите на меня. Ну, вот на мне вот это висит. Ну, типа, я вот, ну, не похож, да, наверное, на целевую аудиторию вот этого трека. И как бы по общему впечатлению, конечно, мне такая музыка не особо нравится. В плане того, как она сделана, это мега качественно, просто, ну... Мне бы сейчас рыбчик Оксимирон, а, вот это, Донли Волга летечет. Ой, как бы я кайфанул. Готов идти на бой, моя любовь родная, укроет твою боль. Летят года, но нам не страшно. Вместе веселей стареть, ты подарила эту сказку. Спасибо за наших детей. Я закрыл глаза и вновь увидел тебя. Снова твои слезы, мои ночи без сна. Ты не уходи, скоро весна. Скоро весна. А я закрыл глаза и вновь увидел тебя. Да, ну это очень красивый трек. Ой, я сматерился первый раз случайно. Я не хотел материться. Это прям, ну... Это красиво звучит, знаете, от мелодии до исполнения. Все в совокупности, это очень красиво звучит, прям. Действительно интересно. Снова твои слезы, мои ночи без сна. Ты не уходи, скоро весна. Thank you.
Окей. Нет, это очень-очень красивый трючок, очень такой лиричный, со своей атмосферой. Ну, это вот такой поп-трек. Лиричный поп-трек, наверное. Вот что-то в том направлении. Я определенно не фанат такого музла. То есть, ну, это прям не то, что я слушаю. Я вот чуть-чуть в другое русло могу, там, в какой-нибудь пицца, типа, там, интонация, вот что-то из этого я еще могу в попсе послушать. Но вот это прям не совсем мое. То есть сделано это качественно, звучит это классно, своя атмосфера есть у трека, это звучит красиво, и вот к этому у меня нет вопросов. То есть для целевой аудитории это по-любому то. Но мне это не совсем понравилось. То есть, ну, это вкусовщина, чтобы вы понимали. Поэтому я здесь ничего не могу сказать, я не буду оценивать этот трек. Это некрасиво просто было бы с моей стороны. Напишите свое мнение по поводу этого трека в комментариях, и идем дальше. Майот дропнул трек микстейп. Судя по обложке, это что-то в стиле будет заправка кит 1, заправка кит 2. Но давайте зачекаем, но вот прям обложка прям в том же стиле, я думаю, трючок будет такой же. Плюс минута 30, ну да. Смешал себя на ракоту, выдал микстейн. Жду выход релиза больше, чем НГ. Называю это ход конем, я в Г. У меня в карманах лежит Г. У нас кирпичи, складываю стены. Да я обчитанный выше стратосферы. Мой кошелек скоро порвется, потому что от салата он толстенный. Копирует меня как бы. Ну да, это прям такой вот стилек, чисто заправка кит 1, заправка кит 2, но это при этом звучит прикольно. И панчули он разряжает. Только единственное, что возможно, ну это уже мне типа приелось. Я выслушал там целый альбом, ну целый один альбом, целый второй альбом, ну епишки альбомы, наверное, епишки все-таки. И, бля, еще один такой трючок от Майота. Я жду что-то новое, что-то свежее. Буфер обмена. Хочешь бифа, за мною будет победа. С утра позавтракал густым дымом. Потом еще дымом по обедам. И если это пекло горячее, чем в аду. Я курю водный, я курю воду. Ходячий падик, ведь у меня бабки. Он со мной по пути, нахуй автобус. У меня так много дрипа, мне похуй, что скажут. Прямо по улке хожу мокрый. Ты спросишь, почему в моих легких влага. Отвечу, потому что курил мокрый. Животы, опа, постоянно любят приглашать пули к себе. Очень такие панчи абсурдные, пиздец. В гости. У меня так много бумаги, это большие стопки, зови Майота офисом. Стекло на битах, оно не про алко, но я любитель баров. У меня есть большой Джонни, браво. Не про алко, любитель баров, окей. Скажу, суки, лицо, как панно. Не можешь сорвать, тебе не дано. Я занимаюсь кручением балок. Меня уносят выше галок. У микро раздаю жару, как Марокко. Окей. Ну, знаете, я думаю, что это какой-то трючок, типа, перед чем-то крупным. И я думаю, что он скоро дропнет какой-то релиз, потому что давно мы не слышали ничего от Майота. Ну, вот, грубо говоря, выходил Get a Garden, потом вышло две заправки. И так, типа, на фиточках, пару синглов, не более. Я думаю, что этот трючок, типа, перед чем-то крупным, чтобы так напомнить о себе, я существую, я здесь, вот вам сингл. И он неплох, но, типа, панчей он накидал, звучало это интересно, просто я не понимаю, в чем прикол этого трека. То есть, ну, я бы такой не добавил. Сделано это качественно, но мне по общему впечатлению просто это не нравится, а так у меня нет вопросов к этому треку. Напишите свое мнение в комментариях по поводу него, я бы поставил, наверное, не знаю, семерку и вообще, ну, типа, ничего бы с ним не делал. Хотя, может, пару раз бы и включил. Очень спорно, очень спорно. Я подумаю обязательно над этим. Но давайте пойдем дальше. Дайджест у нас сегодня такой, он больше попстовый, попсовый, типа там Егор Крид, трек с папой, да, и почему бы не взять сюда Джарахова на легком летнем вайбе? Я слышал сниппет этого трека, и мне действительно интересно его послушать. Я думаю, что Эльдар наконец-то нашел себя в музыке. Он делал и крутой рэпчик в плане там стёба, да, вот этот комик-рэп, если так это можно жанр назвать, там, не знаю, стендап-рэп. Он делал и крутые лирические треки, которые были на рок-н-рофле, я это слушал еще когда там в году 17-м это вышло, или 18-м, я не помню, там треки «Когда мы одни», да, «Боль», очень много у него треков крутых было. «Я в моменте» вышло. И вот сейчас вот интересно, что он выдаст, потому что этот сингл, наверное, очень много играет в его карьере. Если он удастся, он дальше продолжит делать треки, которые ему ближе по душе, и они будут заходить людям. Я думаю, короче,
результат этого трека будет влиять на дальнейшее творчество. Вот так вот. Давайте слушать. Жизнь так бескрайна, мы льем до краев. Неважно, толпой или просто вдвоем. Мы до утра эти песни орем, и с нами не спит даже спальный район. Я так люблю эту жизнь, это взаимно. Не спит спальный район, это, конечно, заезжено, но при этом в контексте неплохо. Мы каждый день как будто бы именины. Когда чуешь, где ночуешь, когда ты со своими. Это согревает даже лучше камина. Мы соберем всю толпу у костра, и пусть он потухнет, в глазах есть искра. Настюха напилась, и сейчас она упадет. Загадай желание, ведь падает звезда. Я нахожусь здесь, и я чувствую сейчас. Я счастлив, ведь могу радоваться мелочам. Жизнь так бескрайна, мы льем до краев. Не, вот это прикольная тема, радоваться мелочам. Грамотно он раскрывает тему этого трека, это хорошо. Не спит даже спальный район. Жизнь так бескрайна, мы льем до краев. Вот мое сердце, бро, оно твое. Наши пути. Это 10 из 10. Мы вчера договорились, что больше не будем пить. И что в итоге? Вот уже едем пить. Давай замутим концерт прямо на балконе. Расшевелим весь город, так что к нам приедут копы. Верхом на жигулях в село с бутылкой самогона. Плевать, что будет завтра, ведь мы живем сегодня. Все так просто. Я дышу полной. Ну, он умеет делать такие треки, потому что, ну, чувствуется в нем вот этот, знаете, вайб текстовика, то есть он умеет грамотно раскрывать темы, умеет грамотно подавать свои мысли, и это, бля, это интересно, то есть если брать там всю коммерческую попсу, то этот трек, конечно, интереснее намного, чем все остальные. Не настолько клишированная история в плане того, что радоваться мелочам, рассказать эту тему, учитывая там все бэкграунды и прочее, это достойно. Грудью и смотрю вперед, наполняет воздух. Любовь, 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 любовь. Жизнь так бескрайна, мы льем до краев. С нами не спит даже спальный район. Жизнь так бескрайна, мы льем до краев. Вот мое сердце, бро, оно твое. Если абстрагироваться от вкусовщины и прочего, нравится мне это или нет, то это сделано качественно. То есть это... Этот музон... Как я и говорил, он интереснее коммерческого музла. То есть там послушать какие-то песни под клише про любовь приедается. Здесь прикольный вайб. То есть это вот как-то на таком вот действительно летнем таком вайбе, знаете, вот типа собраться где-то у костра, включить этот тречок, блядь, это было бы идеально, допустим. То есть у меня картина складывается о том, что читает Джарахов, и о том, какую ситуацию можно воспроизвести в жизни. И в этом плане этот трек хорош. Если перейти уже к общему впечатлению, я бы не сказал, что вау, но при этом что-то в этом есть. То есть я бы когда-то это послушал в какой-то момент жизни. Там, опять же, если вот была бы какая-нибудь тусовочка у костра, я бы с удовольствием включил это пацанам, чтобы они заценили. И вот эта тема, там, с радоваться мелочам, это интересно. Я бы поставил, наверное, этому треку восьмерку. Это, бля, это хорошая работа. Напишите свое мнение в комментариях, идем дальше. А дальше-то ничего и не будет. Я просто хотел бы вам сказать, чтобы вы подписались на этот канал, потому что, ну, я хочу 20 тысяч подписчиков, а сейчас только 18,5. Печально и досадно мне, если честно. Ну, инстаграмчик, вот тут группа ВК, вот тут инстаграм, подписывайтесь, мне тоже будет очень приятно, скоро трючок, это сильнее меня, действительно, ждите его, потому что, мне кажется, это прям горячо будет. Вот, ну а так, спасибо всем, что посмотрели, с вами был Мастхэд, всем удачи и всем пока!